Продолжая разговор о книге «Пришельцы в Крыму», мы, конечно, не ограничиваемся только Крымом, когда говорим о пришельцах, либо о неопознанных, и о их технологиях, которые, ну, умопомрачительные. Там, передвижение гор, пробуривание каких-то туннелей, которые куда-то идут, куда-то, еще надо понять, куда. Там, перемещение каких-то масштабов светом или другими технологиями. Как вообще к этому относиться? И какие примеры вот ты знаешь, которые вот такие сногсшибающие? Относиться к этому как к факту, который надо понять. А сногсшибающий, наверное, каждый пример сногсшибающий. Относиться к этому надо как к факту. Как к фактам, которые требуют своего осмысления и понимания. В чем-то эти технологии даже нам сейчас уже, хоть и не в тех масштабах, но известны. И мы могли бы их применять. Некоторые вещи, правда, мы до сих пор не понимаем, как такое может быть. Ну, я попробую сделать только несколько пересечений между той информацией, которую дает Антон, со слов очевидцев крымчан, и теми свидетельскими показаниями, которые есть у нас. Вот Антон говорит о том, что люди видели, как раздвигается какая-то часть горного массива. Как такое возможно? Вот нам это сложно понять, да? Как в кино. Да, но тем не менее, люди своими глазами это видят. И вот в образовавшийся проем проникает некое тело, дисковидное, сероговидное, не суть важно, какая у него форма. И после этого вот этот проем закрывается. Подобный же случай, правда, один, известен и нам в отношении наших любимых Жигулевских гор. Факт, факт, и там, и там. Свидетельские показания. Это последнее, скажем так, близкое к нам историческое время. Значит, что? Технологии применяются и там одинаковые. Второй момент. Антон говорит о том, что, опять же, со слов очевидцев, что некоторые из них, которым довелось попасть вот эти подкрымские тоннели, которые используются какой-то непонятной разумной общностью, что они имели характер оплавленности, вот как бы был оплавлен тот гранит, который, из которого сложены были вот те, ну, скажем так, места, по которым эти тоннели проходили. А если вспомнить другие места земного шара, то мы видим, что подобный тоннель с такими же оплавленными стенками есть под рекой Евфрат. Подобные же тоннели видели сначала индейцы, а потом и современные люди в Андах, в Южной Америке. И более того, даже сейчас, чем дальше, тем больше, кстати, появляется информация о том, что и на территории нашей российской, европейской и сибирской находят предметы какого-то древнего зодчества подземные, которые выполнены вот с такой же технологией. То есть этот факт кажется необычным только нам, современным, которые давно забыли о том, как это делается. И еще такое вот пересечение, то, что очевидцы, которые рассказывали о своих наблюдениях Антона, они очень часто упоминали о том, что вот эти объекты, выглядели ли они как техногенные или выглядели ли окруженные плазменной оболочкой, то есть светящиеся, они почему-то выбирают местом своего базирования подводные территории. И надо сказать, что хоть и гораздо меньшие по масштабам, но все-таки водохранилище Куйбышевское, там очевидцы, особенно те, кто живут рядом с вот этими волжскими водами, они точно так же часто рассказывают именно об этом же самом. Как ныряют объекты под воду, как выныривают объекты из-под воды и так далее. То есть вот такие пересечения, особенно когда мы даже не только вот эти два региона сравниваем, а вообще сравниваем проявление действий вот этой разумной цивилизации по всему земному шару, мы видим, что технологии, они очень похожи. Вот сравнивая такие технологии, которые применяются в разных местах земного шара,
мы видим, что и технологии очень похожи, если не одни и те же. И, соответственно, мы можем предполагать, что и та разумная сила, которая их применяет, она тоже одинаковая по всей нашей Земле. Ну, мне тут остается дать советы тому, кто управляет Куйбышевским водохранилищем, поставить круглосуточные видеокамеры. И у вас тогда будет о чем поведать миру. И еще дополнительный бизнес по привлечению туристов. Мы это запомним. Продолжая говорить о неопознанных летающих объектах, я знаю, что у тебя еще припасена дюжина историй об этом. Расскажи, пожалуйста, о том, что тебе запечатлелось. Я даже какое-то время назад не поленилась и наш банк данных опубликовала в книге. Книга эта, к сожалению, уже давно нет в продаже. Книга называется «Чудеса энциклопедии». И вот наш банк данных там есть. Но сюда специально вот для этой встречи я привезла еще несколько фотодокументов, понимая, насколько сложно бывает подтвердить наличие таких вот аномалий. Я как раз и сделала вот такую выборку. И выборка эта показывает то, что порой с подобными аномалиями можно столкнуться совершенно случайно. Вот один из кадров, который сделан с записи, которую сделал видеорегистратор автомобиля. И когда мы смотрим на эту видеозапись, то вот в увеличенном виде мы видим, ну, как бы не совсем вписывается в условия нашей земной человеческой техники, скажем так. Мы Зависит над аварией какой-то, получается. Ну да, там была авария, конечно, но авария к этому делу не имела никакого отношения. Просто вот так совпало, что вот это что-то пролетало над местом этой аварии. Очень часто, ну, собственно говоря, практически всегда такие фотографии получается сделать совершенно неожиданно. Вот мы смотрим еще на одну фотографию, которая сделана тоже в местах недалеких от Жигулевских гор. Фотографировали, ну, скажем так, следы того пожара, который был в селе, который находится вот за этим лесным массивом. Это левый берег Волги, а фотографировали с правого берега Волги. И когда эту фотографию стали изучать, опять же, видно, когда это было сделано, во сколько это было сделано, вот, стали смотреть на эту фотографию, увидели какую-то такую вот странную точечку. Вот эта странная точечка оказалась при увеличении вот таким объектом. Мы видим, что рассеяние света на нем совершенно такое, как на реальном физическом объекте. Мы видим, что форма у него, ну, конечно, не такая, как у нашего обычного летательного средства, но он очень похож либо на металлический шаровидный НЛО, сообщений о наблюдении которых достаточно много в нашем регионе, либо это сигаровидный объект, попавший в объектив, скажем так, с торца. Вот. А тоже фотография была сделана совершенно случайно. Никто не думал, что НЛО на ней будет зафиксировано. Еще две фотографии, которые хотелось бы показать. Это именно фото, без возможного монтажа. Вот эта фотография сделана на берегу Куйбышевского водохранилища. Это сторона Национального парка Самарская Лука. Человек хотел просто себя запечатлеть на фоне природы. Запечатлел вот этот объект, который при увеличении выглядит вот таким образом. А надо сказать, что в наших местах подобное НЛО в виде сигар, вы видите, что тут ни крыльев, ни выхлопов, ни хвоста, как у наших самолетов, нету. Вот в наших местах такие объекты встречаются достаточно часто. Как над нашим любимым городом, так и вне пределов нашего любимого города. И еще один пример. Человек сделал, ну, просто так, шутейную видеозапись на месте тех самых пресловутых кругов на гречишном поле. Неожиданно в объектив его видеокамеры попался объект, который напоминал вот такой, как его описать-то точнее? Шарик, облачко. Да, облачко, шарик, полуовал, но во время видеозаписи это облачко плавненько перешло за пределы видимости, скрывшись вот за этими насаждениями. Вот так совершенно неожиданно, совершенно случайно
Но формируется вот тот самый доказательный банк данных. Я очень надеюсь, что и у Антона постепенно таких фотодоказательств будет становиться все больше и больше. Ну что ж, дорогие друзья, я предлагаю вам, заинтересованным прежде всего в поисках истины, вам, Татьяна, обмениваться информацией. Контакты вы увидите по окончании этой программы. Пересылайте для исследования свои истории, невыдуманные истории. Есть люди, которые этим не только заинтересованы, но они и складывают эту информацию для наших же с вами нужд. И да, она же будет опубликована и в книгах, и в интернете. Спасибо тебе за исследование, спасибо Антону за книгу. Спасибо. Могу только порекомендовать прочитать эту книгу, когда она выйдет. Книга действительно очень интересная.